Все студенты, а также представительницы прекрасного пола с именем Татьяна празднуют свой день. Как студенческий праздник, он отмечается с 1755 года. Именно тогда императрица Елизавета издала указ о создании в Москве университета. Сегодня в Кунгуре его празднуют 6 среднеспециальных учебных заведений, а это около 4000 абитуриентов, а также девушки с именем Татьяна. Во Дворце культуры «Мечта» студенты, отличившиеся в учебе, а также на всевозможных конкурсах и олимпиадах, были отмечены премией имени Татьяны Высоцкой. Он участвует в краевых конкурсах профессионального мастерства в городе Перми. Он настоящий профессионал своего дела. Про него говорят: сварщик от Бога. На торжестве прозвучало много теплых слов и пожеланий. В своем письменном обращении губернатор Пермского края Виктор Басаргин не только поздравил всех учащихся, но и отметил, что качество образования в крае улучшается. Качество образования в Пригаме, его практическая направленность повышаются с каждым годом. Мы продолжаем активно развивать научно-производственную кооперацию. Наши вузы и колледжи все активнее встраиваются в решение реальных производственных задач предприятий. Все больше прикамских студентов из числа будущих инженеров, технологов, рабочих осваивают профессию не только за партой, но и прямо на месте дальнейшей работы. Также в честь праздника все педагоги с именем Татьяна получили цветы. После торжественной части перед собравшимися выступили лучшие городские коллективы.